Мост выходят штангисты. Наши кумиры, слава советского спорта, и молодые, еще никому неизвестные, настойчивые парни, рвущиеся к победе. Мы ждем честной, самоотверженной борьбы, спортивного мужества, стойкости, силы духа, всего, чем так богат большой спорт. Мы приходим сюда в надежде увидеть рождение новых рекордов и новых имен. Ждут судьи. Уже начал свой репортаж спортивный комментатор Ян Спар. Наши чемпионы и те, кто мечтает ими стать, не баловни судьбы. Таланту, пусть самому большому, исключительному, чтобы он засверкал, нужны современные методы тренировки, упорство и воля. И еще необходимы тренеры, такие как вот этот человек, Рудольф Владимирович Плюкфельдер, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР. Сейчас он готовит к выходу на помост нового воспитанника Николая Колесникова. У него еще не было ни громких побед, ни тяжелых поражений. Первые ступеньки трудной дороги вверх. А рядом один из самых ярких атлетов нашего времени – Давид Ригерт. Два спортсмена. Будущее и настоящее тяжелой атлетики. Воспитанники тренера Рудольфа Плюкфельдера. К сожалению, мне не пришлось рассказывать о выступлении Рудольфа Плюкфельдера, но много его выступлений я видел. Я помню соревнования 1958 года, показательные в Москве на Большой спортивной арене, когда Рудольф Плюкфельдер установил новый рекорд мира. Кстати, он первым побил рекорды замечательного советского спортсмена Григория Новака, чемпиона мира. Я помню, как Рудольф Плюкфельдер, выходя на помост, в то же время на тех же соревнованиях выводил своих воспитанников. Много выступлений было за его плечами. И вот вы задаете мне вопрос, что вы можете сказать о школе тренерской Рудольфа Плюкфельдера? Собственно говоря, те имена, которые я могу назвать, говорят сами за себя. Алексей Вахонин, Василий Алексеев, Давид Ригерт. И вот сегодня мы видели на помосте нового, молодого воспитанника Рудольфа Плюкфельдера Николая Колесникова. Их всех, так же как и в прошлом Рудольфа Плюкфельдера, отличает большое хладнокровие и высокая техника. Рудольф Плюкфельдер был, пожалуй, одним из самых лучших техников нашей тяжелой атлетики. И вот свой богатый опыт, а он начал тренировать, если мне память не изменяет, в 50-м году еще. Вот за эти годы, уже 23 года тренерской работы, он воспитал целую плеяду спортсменов. И что самое главное, что их выступление напоминает выступление этого замечательного спортсмена.
Каждый, кто сейчас выходит на парад, долго готовился, поднял сотни тонн на тренировках и все-таки еще не знает, что его ждет, победа или поражение. И чем больше сделал атлет в спорте, тем тяжелее для него неудача. Нужно обладать большим мужеством, чтобы искать ошибки прежде всего в себе. И через поражения, какие бы обидные они ни были, упорно идти к своей цели. На штанге 160 килограммов. Рывок. Точно такой же вес был и в Мюнхене на Олимпийских играх. И также штанга упала на помост. Собственно, состояние, конечно, было неважное после Олимпийских. Я думал выиграть их, надеялся. Даже как-то сразу после выступления, после попытки выступить, что-то не верилось, мне казалось, казалось, что дурной сон. Ну, когда уже приехал домой, тогда только понял, все, как это, как мы его потерял. Тяжело было, конечно. Даже не мог тренироваться 2 месяца, почти не брался за гриф. Приходил в зал, пробовал. Ну, приходят люди, расспрашивают. Я собирал вещи, уходил. Тяжело. Вот, ну, Давид приехал туда, в Мюнхен, естественно, первый раз. Накал такой сильный, который его, так сказать, психологически, можно сказать, ну, выбил из колеи. Он истощался, нервная система. Особенно эти нали, которые проходили, там на него сильно так повлияли. И здесь, конечно, нужно было, чтобы я был рядом. Ну, естественно, похудел сильно, причем и выступил в среднем весе в декабре месяце. Выступил, почувствовал, как говорится, запах пота в бою. Там не сильно бой был, крепкий, шарый, был силен. Рыженков рекорд же поставил тоже, правда, снял его. И опять, можно сказать, крылья, что ли, опять выросли. Сразу же пошел на поправку, настроение немножко поднялось, забылись все неудачи. Как забылись, ночью не снилось ничего. Ну, сейчас пошли мировые рекорды, и в этом году уже 9 мировых. Конечно, это наш ответ за проигрыш. Но, тем не менее, я считаю, что эти все 9 мировых рекордов не стоят столько, сколько стоит одна олимпийская медаль. Тренер. Когда в жизнь учеников вместе с победами приходят поражения, сколько сил и энергии вкладывает он в защиту своих принципов, своей методики, в укрепление духа и характера спортсмена. Это его долг. «У вас тяжелая болезнь сердца», — сказали врачи 17-летнему Плюкфельдеру. Беспредельной верой в исцеляющую силу спорта он победил недуг. А затем долгие годы шел к заветной цели. И в 37 лет, когда мало кто верил в него, стал олимпийским чемпионом. Все это время Плюкфельдер учился, анализировал, думал. Приходит к ученикам победа, победа после поражения, это и его радостные минуты. Самое главное, приятное в спорте, это, видимо, что преобладает эта радость. Видимо, поэтому люди и занимаются, идут на подвиги, потому что они ощущают именно ту радость, не только радость духовную, но и мышечную радость, который воспринимает человек на себя. Много интересного в спорте. Самое
то, что спорт – это без, как беспроигрышная лотерея. Человек, который занимается спортом, он только выигрывает. И я не за то, чтобы занимались люди спортом, поднимали большие тяжести. Я за то, чтобы люди занимались спортом ради здоровья. Потому что человек, когда он занимается спортом, когда он чувствует себя здоровым, это и есть самое все богатство. Вот здесь теряется где-то скорость движения. Надо в этот момент немного прогнуть спину, когда особенно на уровне колена. А тебе спина становится. Ты сейчас вроде ничего так. Вот, когда будешь тягу. Идет тренировка. Обычная, каким уже давно потерян счет. Еще немного ниже, чуть-чуть ниже. Знакомые лица и незнакомые, те, которых еще никто не знает. Люди, побеждающие железо. Так говорят о штангистах. Но настоящие атлеты избегают красивых слов. Они просто делают вот эту каждодневную работу, будничную и долгую. Вот здесь нужно было вот так вот, а ты немножко назад. А если ты остался на полном? Даже самым талантливым, без упорства и терпения ничего не достичь. И чем сильнее характер, тем труднее спортивная судьба. Кто послабее, удовлетворится достигнутым рубежом. А сильные и упрямые через тысячи тренировочных упражнений идут к тому часу, когда мировой рекорд будет увеличен еще на 1 килограмм. И этому нет предела. И мечта моя, в основном в тяжелой атлетике, это значит довести поднятие веса, собственно, до тройного собственного веса. Тогда я считаю, что тяжелая атлетика немного подошла более-менее, так сказать, вплотную к своим возможностям. И вообще резервы в тяжелой атлетике очень еще большие. И так будет продолжаться, где-то лет, наверное, еще 25-30. Потом, конечно, результаты будут фантастические. 200 кило это будет
Ну, небольшой вес.